Ваше превосходительство, господин президент, имею честь вручить вам верительные грамоты по случаю назначения чрезвычайным полномочным послом Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике. Мне выпала честь приехать в Баку в период эпохальных событий, в результате которых восторжествовала историческая справедливость, историческая правда. Кыргызская Республика, Кыргызстан всегда сопереживал трудные дни и радовался успехам и достижениям Азербайджана. Позвольте передать вам слова искреннего приветствия от президента Кыргызской Республики Садыра Нурбажиевича Чапарова. Благодарность за оказанную помощь во время пандемии в прошлом и в этом году. Садыр Нурбажиевич приглашает вас посетить Кыргызстан с государственным визитом и будет очень рад встретиться с вами в ближайшее время. Благодарю. Я приветствую вас в Азербайджане, желаю успешной работы, хорошего пребывания. Также прошу передать привет, наилучшие пожелания президенту Кыргызской Республики. И также хочу пригласить его посетить Азербайджан в любое удобное для него время. Наши народы связывают общие корни, и мы активно взаимодействуем в рамках Тюркского совета, и, как вы знаете, в ближайшем месяце будет проведен очередной саммит. Глав государств Тюркского совета, возглавляет который Азербайджан. И мы будем передавать наше председательство Турции. И, конечно же, этот саммит еще больше сблизит наши страны. Очень много вопросов, которые требуют своего решения в рамках взаимоотношений и сотрудничества между тюркоязычными государствами. И, как вы знаете, Азербайджан всегда прилагал большие усилия для сближения стран, членов нашего Совета. Что касается двусторонних отношений, мы рассчитываем на интенсификацию контактов. Считаю, что есть потенциал, который не в полной мере реализован за прошедшие годы. Поэтому, конечно, нужно пристально посмотреть на торгово-экономическую сферу, где мы можем нарастить товарооборот. Также, как вы знаете, Азербайджан активно инвестирует за пределами страны. И мы можем обсудить подробно инвестиционные проекты в Кыргызстане. Ну и, конечно же, взаимная поддержка на международной арене всегда сближала наши страны, и уверен, что и в будущем мы на площадке ООН и в рамках Организации исламского сотрудничества, конечно, Тюркского совета, СНГ и других организаций мы будем оказывать друг другу поддержку. Во время Второй Карабахской войны мы чувствовали поддержку народа Кыргызстана. Было много обращений от граждан, выражение чувства солидарности, и мы это очень высоко ценим. Сейчас в Азербайджане период восстановления разрушенных территорий, и мы активно заняты тем, чтобы в максимально короткие сроки смогли вернуть бывших беженцев на свои исконные земли. Я желаю вам хорошего пребывания в Азербайджане. Уверен, что вы близко познакомитесь с нашей страной. Вы, насколько я знаю, уже посещали освобожденные территории. Ну, еще предстоят поездки. Ну, не только туда, но и другие направления из Баку. Поэтому думаю, что будет полное представление о нашей стране, и это будет помогать вам в работе. Желаю вам успехов. Спасибо, господин президент. В первую очередь за теплые слова в адрес Кыргызстана. Фундамент
наших межгосударственных отношений заложил ваш отец, выдающийся деятель международного масштаба, память о котором бережно хранят кыргызстанцы. И буквально в следующем году мы отмечаем 25-летнюю годовщину подписания договора о дружбе и сотрудничестве. В 23-м году будет 30-летие установления дипломатических отношений. Здесь вы правильно говорите о том, что мы активно сотрудничаем, поддерживаем на международных площадках ООН, как ШОС, как СНГ, ОБСЕ, движение присоединения, особенно на площадке Тюркского совета. Также активно сотрудничаем в формате Тюркпа и фонда тюркского наследия, штаб-квартира которого базируется в Баку. И, к сожалению, действительно было время упущенных возможностей. В этом смысле нам многое предстоит наверстать.